Ну, камеру можете отключать. Ага. Вот теперь смотрите, что будем делать. Да. Вот этот вот раздел, значит, вот этот, мы сделаем корневым. Так он и был корневым. А, ну да. Но мы прямо его же будем форматировать и записывать. Вот видите, написано крестик форматировать. Затем идет подключение к swap-файлу. Вот swap-файл. А вот этот раздел, на котором у вас там был 18-й, мы делаем домашним. То есть у вас сейчас оба Linux улетят в трубу, останется один Linux, но, как говорится, с нормальными разделами. Хорошо. Как говорится, рисковать так рисковать. Ага. Значит, у меня 17 уже не будет. И 17, и 18 не будет. Сейчас пойдет четко только X-Face. Да, заранее подготовьте, чтобы когда начнем перезагружаться, значит, чтобы все это дело у нас было видно. Итак, значит, где у нас тут меню? Вот мышка где нарисована. Теперь, значит, я иду вот сюда на выход. Ага. И нажимаю на, значит, ну давайте я выключу. Да, 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 да. В самую верхнюю строчку, так, а и он и винду увидел, да? А винда есть, да. Ну, нажимайте на первую строку, нажимайте Enter. Ага. Давайте посмотрим. Можно камеру выключать. Сейчас подождите, да, можно выключать. Все. Ну давайте посмотрим, что у нас тут. Так, ну здесь вот по умолчанию все было установлено с моими настройками совсем. Раз, два. Запрыгало что-то, да? Двигается. Я хочу выставить строго 20. Давайте строго 20. Ну ни в какую. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Проверка, проверка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка, 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 проверка. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Смотрим. Так, звук слышно, а звук
понятный. Ну, то есть уже можно что-то слышать, да? Конечно. Да, сейчас можно и скайп проверить. И скайп должен хорошо работать. Вот. Если он тут есть. Одно радует, что он стоит на одном месте, не перепрыгивает, вот. Потому что тут сбор. Вот это любой. Да, любой. Одинаковый же. Ну, тут, по-моему, ясно все и понятно, да? Да, 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 да. А время что-то я тут опять-таки не найду. Ну, покопайтесь, наверное, найдете как там. Да найду, ради бога. Ладно, за это спасибо. Если что, ничего не получится, я поставлю эту 17.2 сборку. Она работающая. 17.2, да, она вообще хорошо работает. Вот. Но ну, на, вот на 17.2 и скайп стоял другой. Да. Сейчас его просто-напросто убрали. Вот. Я ставил этот скайп, и с этим скайпом новым она прекрасно работала. Только это было. Ну вот когда вы это самое, то, что мы удалили, вот это я как раз все. А, у нас же теперь мы эту самую по новой надо будет скачивать, да? Нет, у меня она есть. Она на диске есть там она. Так, я ее поставлю. Может, просто сборку поставлю, да и все. У меня там есть ваша сборка. Ну, у меня есть и 17.2 на кроке, и 18.2, так что смотрите сами. Нет, там. Я думаю, что 17.2 поставлю, она работает, по крайней мере. Ну, смотрите, выбирайте, что вам нравится, да. Ну, основные принципы, как говорится, установки, настройки, значит, вы знаете. Вот. Да, да, да. Единственное, значит, вот посмотрите сюда. Что? Пароль заведите. Смотрите. Да. Корневой раздел у вас 22 гигабайта, 8 занято и свободно еще 14. Swap файл, ну, подключенный, да. И раздел Home подключенный, это ваша кладовочка. Сюда можете складывать, да, как говорится, всякие свои файлики. Вот. Ну ладно. На этом седьмом разделе поставлю тот 17.2. Ну, тогда придется, если будете ставить 17.2, снова придется ставить корневой, своп и делать домашний раздел тоже. Да, ладно. Вот так. Но я бы попробовал другой вариант. Ведь практически так. Сборка такая, ну, рабочая, ну... Ну, выбирайте то, что вам нравится, то, что на вашем железе, как говорится, работает нормально. Ага. Ну, ладно, удачи вам. Спасибочка большое. Я, если что, я дам знать, как у меня. Хорошо. Все работает.